по скверу Шевченко. В субботу и воскресенье там проходили работы по обустройству подготовки, под укладку плитки, трамбовку и так далее. И комиссия изучала возможность укладки плитки. На данный момент еще грунт не размерзся. То есть если мы сейчас уложим всю плитку, потом мы вынуждены будем ее переделывать. Поэтому было принято решение уложить около 100 квадратных метров плитки для того, чтобы обеспечить празднование дня Тараса Григорьевича Шевченко. После этого фактически эта плитка будет переложена примерно через неделю после размерзания грунтов. По благоприятным погодным условиям будут продолжены работы, и в течение максимум месяца эти работы по скверу будут завершены. Эта работа подрядчик делает бесплатно, то есть это договоренность с подрядчиком, эту работу делают бесплатно. Люди, которые придут к памятнику Шевченко, возложить цветы и так далее, не должны стоять просто-напросто в грязи, и это абсолютно нормально.